Всем привет, продолжаем рассматривать картины Антонио Пизанелло, портрет Джиневры ДСТ, 1435-1449 годы, дерево темпера 43/30. Портрет Джиневры ДСТ, портрет принцессы, произведение итальянского живописца Антонио Пизанелло. Профиль принцессы напоминает чеканные образы, создававшиеся на памятных медалях. Некоторыми исследователями выделялось предположение, что изображенная является не Джиневрой ДСТ, а другой представительницей этого дома, рожденной Гонзага. Однако в настоящее время считается, что портрет принадлежит все же Джиневре. Девушка запечатлена на фоне цветов. Для современного зрителя они значат не более, чем просто живописный природный фон. Однако современникам художников они могли бы о многом рассказать. Каждый цветок имеет свое символическое значение и обозначает определенные явления. Включенные живописцем в контекст произведения эти цветы несут тайный смысл, раскрывая историю жизни принцессы. Джиневра ДСТ была убита своим мужем за то, что не могла иметь детей. Цветы, гвоздики и колокольчики водосбора символизируют супружество и плодовитость. Однако у водосбора есть и иное значение – смерть. О смерти говорит также и приколотая к рукаву платья веточка можжевельника. Вот такое описание нашел в картине Антонио Пизанелло «Портрет Джиневры ДСТ». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.